свободных номеров нет. Есть. Нет, вы меня не поняли. Я говорю, свободных номеров в гостинице нет. Есть. Минуточку, вы, очевидно, имеете в виду свободную койку в коридоре. А я говорю об одноместном номере. Есть. Как раз одноместные номера. Послушайте, каждый человек должен отвечать за свои слова. Вдумайте, что вы говорите. Мне нужен одноместный номер с телефоном и ванной. Пожалуйста. Давайте паспорт. Берите ключ. Нет, нужно немножко успокоиться. Послушайте, я не хочу вас вводить в заблуждение. Может быть, я немножко шепеляв. Если это так, то уверяю вас, что это никакого отношения к иностранному акценту не имеет. Я не интурист. Я просто наш, простой, командированный. День приезда, день отъезда, один день, 2.60 в сутки. Мне это совершенно безразлично. Вам нужен номер? Берите ключ. Как ваше самочувствие? Как дома? Как родные? Все здоровы? Спасибо, все хорошо. Тогда в чем дело? Не знаю. Может быть, у вас киносъемки или ревизия? Ни то, ни другое. А между прочим, я не лауреат и не журналист из центральной газеты. И прошу у вас одноместный номер. А я вам его даю. А я достаю паспорт. Берите ключ, давайте паспорт. Голубушка, не мучайте меня. Я ведь взяток не даю из принципа. Суточные не позволяют. Как вам не стыдно? На что вы намекаете? Вам нужен номер? Нужен. Но я не понимаю, почему мне его предлагает администратор. Он должен его предлагать? Милиционер, что ли, черт возьми? Господи, за что такие страдания? Господи, что происходит? Ах, у вас в гостинице вирусный грипп. БЦ. Я вас умоляю. Возьмите ключ. Жальтесь надо мной. Я этого не перенесу. Внимание, внимание! Граждане, пассажиры, поезд номер 95 прибывает на третью платформу. Стоянка поезда 10 минут. Может же, черт возьми, какая ерунда человеку приснится.